Сумку с распиленными человеческими костями вытащили со дна пожарного водоема у деревни Войбакала в Ленинградской области. Там же находились нож и пила. Следствие практически не сомневается, что обнаружены останки местной жительницы, которая пропала еще 4 года назад. Возбуждено дело об убийстве. К совершению преступления может быть причастен мужчина 91-го года рождения, который в настоящее время является обвиняемым по уголовному делу, возбужденному следственным управлением по Ростовской области. К водоему сыщиков привела жена предполагаемого убийцы. Она рассказала, что вечером 2 мая 2017-го ее муж зашел в дом к соседке, вынес оттуда тяжелую сумку, которую и выбросил в пруд. Первое убийство он совершил еще в 15 лет.